А сейчас, друзья, опять же, 26 примерно июня 24 года, мы поговорили о химерах, которые закончил с вами, кому нахрен они нужны. Самые ценные в мире вещи, вот, которые несут клеймо химеры. Я тогда решил узаконить слово химера, и вот результат. Значит, будет создан, смонтирован фильм. И дальше, как хотят. Нужны косточки, купят. Наука, конечно, даже ухом не поведет. Химера же. Вот самое ценное на планете абрикосы. Сочетающая какая-то самая морозостойкость и качество плодов. Но относящиеся к классу химер. Ветки появились на границе прививок. Вот, причем привой мертвый. И вот это все никому не надо. А что ты куда-то наставил эту свою камеру? Это уже второй фильм. Здесь будут вот такие вещи новые. Плоды до 150 грамм. Вот. Плоды до 150 грамм. Плоды до 120 грамм. Плоды до 100 грамм. Вон тот, там будет урожай где-то ведер 20. То, что перед нами, вот прям показываю. Это самая интересная вещь, хотя потому, что это заменитель патриарха Манжурского, которого я все равно спиливать буду, пусть и в этом году. Мои эти мне запретили, мои ученики, но в следующем году все равно спилю. А это его замена. В этом году он из манжурцев, у меня их осталось десятка-полтора, полтора десятка у меня уничтожены. Вот таким образом. Причем совершенно живые уничтожены. Видите? Вот он, красавец. Надо было место. Кому? Персику. Вот. А этих уже никому не нужны. Вот. И вот этот манжурец, который является заменителем патриарха, вот он. Ну, на нем урожай будет от 10 до 20 ведер. После этой страшной весны, подчеркиваю, страшной, на нем вот такой урожай висит. Приглядитесь. Вот. Ну, учитывая размеры дерева, да нет, наверное, ведер 20 даст. Вот. Хотя это для него не свойственно, обычно дает 30. Вот. И если у него потомки в виде, сегодня тема-то, знаете, какая? Тема сегодня самосев. А вот, пожалуйста, это его последователь. Вот он. Вот здесь косой проходился Сергей Железов. Ему до них, в общем-то, дела особого нет. У него культурных тысяч, несколько тысяч. Вот. А вот тут, ну, случайно сохранились. Вот еще потом их вот. Самосевом я отношусь с огромным пиететом, к огромным уважением. Вот. Их они самые-самые-самых. И вот здесь вот было выкошено их. Вот видите, раз, два, три осталось, да? Ну, штук 200, 300, 500. Почему? Потому что собрать весь этот урожай было невозможно. Еще раз гляньте, какой урожай. Это минимальный урожай за все годы. Самый низкий. Смотрите. 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 Дальше показывать, нет? Вот. Я его весь соберу. Почему? Я хочу уважение к манжурским абрикосам и к их детям, сыновьям внушить всей стране. А как? Сейчас объясню. Вот это... Сейчас покажу самосевный... Видите, этот гигант, это юг Украины, он начинает стареть рано. Он был мной привит в 2000 году. И 2000 года прошло всего 24 года. Вот эта прививка на манжурец, видите, здесь был собран рекордный урожай 40 ведер на глазах телевидения. И, к сожалению, на следующий год было выкошено еще пару тысяч, ну, вру, 800 тысяч самосевных было выкошено. В этом году выкошены остатки. То есть еще раз поднялись годом спустя. Проклюнулось еще штук 200-500. Вот. Это все ценнейшая вещь. Почему? Я уже рассказывал. Этот жердель, привитый на манжурце, выиграла конкурс у академика. Вот. И у королевского. Почему? Потому что людям кислинку подавай.
Вот. А то, что мелкие плоды, никого не смутило. 12 человек голосовало против меня одного. Вот, видите, какую ценность имеет. Вот здесь вот сохранился единственный самосевный. Ему 3 года, а он в тени, он плохо растет. Вот он от самосева. Это и есть потомок, вот он, это потомок. Его пока не пересадишь, толку от него не будет. Видите, он отклоняется. Почему? Тень. Видите, он плохо растет. Посмотрите, какие просто. К сожалению, это горькая правда. Это последние было 3, 2 я уже кому-то сбагрил. Подарил, потому что, знаете как, морду воротит. А, какие плоды, 20 грамм. А, с кислинкой, да пошел он. Ну, тогда бесплатно, а тогда возьму. Вот так было 3, остался 1. Его бы пересадить вот таким образом, видите, смотрите. Вот я пересаживал, вот, 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 вот. Но когда я пересаживал, эти деревья еще не были такими большими. А сейчас они накрыли их уже опять своей тенью. Так уж вышло. Садил правильно на холмы. Видите, вроде бы развивается. Но в тени они плохо плодоносить будут. Но это к слову, все-таки учебный фильм. Итак, здесь было 40 ведер собрано под названием «Жердель». У меня, кстати, только 2 банка косточек жерделей жива-здорова. Вот. Я ее использовал как бонусы, потому что никто не хотел покупать. А бонусы с 2 руками гребут. Теперь так. Видите? Вот он жердель. Рука, это уже я косил, выкашивал пару дней назад. Уже рука не поднялась. Но кому он нужен? Вот еще один. Рука не поднялась. Кому он нужен? 2. Давайте еще по кругу походим. 3, 4, 5, 6. Не смотрите, эта груша тоже не повезло ей. Эта груша Лада попала в тень этого же гиганта манжурца, поэтому толку от нее нет. 7. Так. Вот это еще по-хорошему, они должны стоить вот эти, ну, уже даже 1000 рублей, 5000 рублей, 10. Почему? Они в Сибири не замерзают. Почему? Потомки уже как бы вегетативного гибрида. Манжурец-жердель Херсонской области. Вот это я хотел вам показать, так? Вот. Дальше я косил уже сегодня. Видите, разница, где трава сухая, это неделю назад, а вот здесь трава зеленая, скошена на зеленая. Вот сегодня я, чтобы не быть голословым, вот она коса, видите, вон она. Коса лежит, сейчас я. Дальше буду, рука не поднялась. А это кто такой? А что у нас, ребята, в рюкзаках? А почему скрутил отля? А, правильно. Это уже не абрикос. А абрикос мы пока о нем говорим. Еще сеянец абрикоса. Еще сеянец абрикоса. Вот. А как сюда попали сливовые саженцы? А это уже нет. Это уже отсюда. Здесь каждая косточка собиралась. И цены им нет. Это венгерки. А как они пошли? Вот пошла корневой отводок. Корни под землей пошел, пошел. Раз, два пошел. Ну, и, естественно, рука не поднялась косить. И еще, значит, 11-й абрикос, 12-13-й. Но это уже не жердель. Следующий абрикос, показываю. Это был самый сладкий из манжурцев. Сыновей манжурца. Так. И в этом году смотрим. Это уже сеянец его. Еще раз. Вот, а вот еще сеянец, еще сеянец. Рука не поднялась. Так, это я вам уже показал. Так, что у нас, ребята, в рюкзаках? Ну, в принципе, немного получилось. Вот, почему? Здесь много скошено. Вот, смотрите. Я не нарочно, я не хотел. Просто усталость берет. Вот это вот бесценная вещь, скошена мной, видели? И таких, если взять за 3 покоса, за 4 за лето, получается сотни, сотни, сотни. Ну, не нужны они стране. Ну, что я виноват в этом? Вот. Скажите, ученые ни разу не слышали обо мне? Да, не слышали. А если слышали, то еще хуже. Вот. Помните, Желатенков звонит мне. Константинович, меня тут называют фамилию известного ученого, доктора наук, там, который там десятки публикаций, вроде бы абрикосами занимается. А!
У вас железо, он это химеры. И вот так вот. Я вот тогда меня так разозлился, что сказал: а ребята, теперь я вас буду химерами долбить, долбить, долбить. Химера это такая возможность иметь, чтобы это как человек и умный, и талантливый, и гениальный, и здоровый, как бык. Вот так же и здесь эти самые, чтобы сочеталось и здоровье у деревьев, и культурность. Так вот, внимание, знаком ли вас с самым сладким, абсолютно сладким манжурцем, сын манжурца, вот он. Смотрите, как это. Почему у него, я не могу вы сказать, да вы что, он же у вас еле живой, это же инвалид. Нижние скелетные ветки были что? Высохли. Вон у крона, глядите туда. На 10 метров вверх, видели? Даже больше, чем на 10, видели? Тогда получается, что они отсохли. И избави Боже, я это назвал мой термин, личный термин, навсегда, на века, чтобы знали. Это называется обрезка на сучок. Никаких обрезок на кольцо. Проклинаю тех, кто это делает, не понимая, что стоит только... Так, по-другому. Извините, отвлекся. Постулат Железова, один из сотен. Звучит так. Если я распилил Железов сотни обрезок на кольцо и не нашел ни одной зажившей раны, вы распилите миллион и не найдете ни одной зажившей раны. Раны на кольцо не заживают никогда. Отсюда вот моя технология. И тогда дерево вечное. Смотрите, сколько ему лет? Немного. Вот этому дереву примерно 20 лет. Смотрите урожай. После той опять страшной зимы и страшной весны. После тех этих. Видели? Видели? Но если тот у меня шел, я говорил, там 20 ведер, я его назвал заменитель патриарха, а этот покультурнее. Вот. У него совершенно вот эти плоды, они, ну так, 20-25 грамм, они вкуснейшие. Придет пора, я позову сюда непризнатых людей, буду на ваших глазах их угощать, а вы будете слюнями давиться, извините за выражение. И говорите: Железов, ты не обманул. Вы представляете, какие здесь урожаи? А он сладкий. И ладно, бог с ним, у меня в этом году будет слабый урожай академиков. Я вам показывал, и академики, и королевские, слабый урожай. Спорить не буду, выдержать такие заморозки. Вот. Но это-то что? И опять возвращаюсь к теме сеянцев. Это не сеянец, это корневой отводок это китайской сливы, потому что китайская слива... Ну что здесь носок делает? Китайская слива является подвоем. Вот он подвой. Видите? Вот он подвой. Вот место это прививки. Вот. И тогда от подвоя пошли вот это чудо. И тоже не кашу. Зачем? А может пригодится. А может вам пригодится. Вот.